3 сентября в России ежегодно отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата приурочена к трагическим событиям 2004 года в городе Беслан. Тогда в результате террористического акта погибло несколько сотен человек, большинство из них – женщины и дети. И этот день стал символом единения государства и общества в борьбе с таким явлением, как терроризм. К сожалению, со временем людям свойственно забывать какие-то события. Все-таки они в свое время потрясли страну, потрясли мир. Об этом нужно помнить. Нужно чтить традиции людей, которые отдали свою жизнь в борьбе, людей, которые пострадали. Это нужно помнить, и, соответственно, необходимо проводить такие мероприятия. В рязанской акции приняли участие члены общественных объединений, высших учебных заведений, а также представители администрации и правительства города. Участники акции говорят, что очень важно не забывать о жертвах терактов и стремиться к тому, чтобы подобные ситуации не повторялись. Мы можем это сделать только акциями солидарности в борьбе. Вот. Мы не можем принимать каких-то активных мер в этом случае, но даже просто напоминая людям о том, как это происходило, и о том, как это больно, ужасно и несправедливо, может быть, мы кому-то в сознании поселим правильные, нужные мысли. Память погибших от террористических действий почтили минутой молчания. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».